Чтобы покрасить яички натуральными красителями, потребуется побольше времени. Зато получаются очень нежные и красивые расцветки. Приверженцам всего натурального, несомненно, понравятся эти рецепты. Золотистый цвет получится после того, как яйца сварятся в растворе листьев березы, сушеных или свежих. Предварительно их надо заварить кипятком в течение получаса. Нежно-зеленый оттенок придаст шпинат. Его надо измельчить в кашицу и в ней одну минуту проварить уже готовые яйца. В розовый цвет покрасит вишневый или клюквенный сок. Нужно выдавить сок из ягод, отварить в нем яйца и оставить так на некоторое время, лучше на всю ночь. Шоколадно-коричневый цвет получится, если отварить яйца в чае или крепком растворе кофе. В этой табличке наглядно показано, что и как надо использовать, чтобы получить желаемые цвета. Как покрасить яйца свеклой на Пасху в домашних условиях? Конечно же, свекла поможет стать яйцу нежно-розовым. Один способ окраски с помощью свеклы отображен в нашей таблице. Нужно выжать сок, окунуть в него яйцо и оставить так на 3 часа. Не забудьте, чтобы цвет лучше держался, надо добавить в сок уксус. Для второго способа свеклу нужно измельчить. Порезать на кубики или натереть на терке. Для этого способа свеклу нужно измельчить. Порезать на кубики или натереть на терке. От этого зависят узорчики на скорлупе. Отвариваем овощ 10-20 минут. Он станет мягеньким и багрово-красным. Оставить яички в этой свекольной массе на всю ночь. Получается переливчатый неравномерный узорчик. Как оригинально покрасить яйца куркумой на Пасху? Чтобы получились желтенькие яйца, необходима куркума. Берем уже отваренные яички. В мисочку высыпаем 3 столовые ложки куркумы и разбавляем ее кипятком. Добавляем 2 столовые ложки 9% уксуса. Все хорошо размешиваем. Опускаем в эту смесь яйца. Когда раствор остынет, перемещаем миску на ночь в холодильник, чтобы хорошенько все настоялось, а цвет закрепился и стал более насыщенным. Утром мы увидим красивые насыщенные желтенькие яички. Как покрасить яйца капустой краснокочанной? Как ни странно, но от обычной краснокочанной капусты мы получаем синенькие яйца. Давайте проверим. Нужно нарезать небольшими кусочками кочан капусты. Ссыпаем нашу нарезку в кастрюльку, заливаем водой и варим минут 20. Готовые вареные яйца кладем в миску и покрываем капустным отваром, предварительно его процедив. Чтобы получить различные оттенки голубого, нужно в одну емкость с яйцами и отваром добавить 1 столовую ложку соды, а в другую 2 столовые ложки 9% уксуса. Все оставляем минимум на 3 часа настаиваться. После нескольких экспериментов с погружением яиц в разные растворы и на разное время вырисовывается такая картинка. Чтобы получить насыщенный цвет с мраморным эффектом, не процеживайте горячий капустный отвар, а уложите в него яйца на всю ночь. Утром вы увидите красивый матовый цвет. Чтобы добавить блеска, смазываем растительным маслом. С древних времен крашеные яйца – это обязательный атрибут Пасхи. Даже если вы привыкли каждый год красить яйца одним любимым методом, то пришло время попробовать что-то новенькое. Подарите себе и родным весеннее настроение –